Нет подписи, да, ясно, ясно. Как, подписи? Нет ни одной подписи. Нет ни одной подписи, вот, печать только стоит, нету подписи. Номер участка 435. Вот сейчас представитель комиссии только сейчас расписывается вот в нашем присутствии. Сейчас? Да. А мне можно расписаться? А тебе зачем? Юрий Михайлович, повтори еще раз на камеру. Значит, член комиссии с правом совещательного голоса заметила, как член комиссии с правом решающего голоса... Скажите рукой, кто именно? Пак Валентина Викторовна. Бейджик ваш. Где ваше удостоверение? Удостоверение предъявите, пожалуйста, вы член комиссии с правом решающего голоса. Дайте, пожалуйста, мой бейджик. Не бейджик, а удостоверение члена комиссии. Удостоверение члена комиссии. Да, это есть удостоверение. Вот. Можно поближе? Повыше. Я заметила, что она носит в графу данный паспорт. Она успела написать 12.06. Рядом с ней не было ни одного избирателя. Я подошла. Как только я подошла, сразу закрыла списки. Я попросила показать мне списки. Милетина Викторовна отказалась показать мне списки. Хотя по закону я имею полное право ознакомиться с любым списком избирателей. Можете что-то ответить? Знает лучше. Имею я вам право показывать списки или нет? Членов. Вы кто? Я член комиссии с решающим голосом. Так. И вам эта женщина отказывалась показать? Отказала, и председатель то же самое сказал. Я не имею права знакомиться с ее списком. Ясно. Прещаете представителю? Нет, мы сейчас позвоним в Федеральную избирательную комиссию. Сейчас приедут сюда представители. Но еще... вы сейчас запрещаете. Я сейчас ничего с вами, ничего не говорю. Я жду представителя территориальной избирательной комиссии. Я областной избирательной комиссии. Я все понимаю. Это уже настоящая избирательная комиссия по отношению к территориальной. Я сейчас позвонил, сказали, ждите. Вот я жду. Попросите еще раз перед камерой. Председатель избирательной комиссии 42-го участка. Прошу еще раз разрешить мне ознакомиться с списком члена избирательной комиссии ПАК Милетины. Давайте ваши списки проверим. Помолчите, пожалуйста. Давайте ваши списки проверим. Я не запрещаю. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Алла Каберовна, прошу разрешения ознакомиться с списком. Какая улица? Да. Алла Каберовна. Она занята. Так же, как и ваши представители, все время заняты. Все работают, поте лица. Ну и все. Она из принципа, потому что она так себя вела. Нет, когда я из принципа, когда на меня бросали. Вот вчера ее обвинили, то, что не вырывают. Вместе с тремя. Какой принцип? И что? Вчера она обвинила, что у нее вырывают конверт, что с ней некорректно обращаются. Ну, сам плюк не тебя, понимаете? И люди уперлись. Да, напишите подписку, да, по этой записи. Это все. Просто ошибка. Данные лица. Мы все люди, мы все можем ошибаться. И все сами видели. Полномочия свои не осуществляли. Я подошла к Пак Валентине Викторовне, увидела, что она записывает цифры в графу, где находится фамилия избирателя. Я не запомнила фамилию, она 12.06 успела написать. Только я подошла, да, в отсутствии вообще избирателя не было ни одного на участке. Я подошла. Она сейчас это за ошибку сказала. Да, сейчас она это выдает за ошибку. Я подошла, попросила показать списки, она мне отказала, хотя я имею право смотреть все списки, как член УИКа с правом совещательного голоса. Она отказала мне. Я подошел к Дима, он член с правом решающего голоса. Она ему также отказала. Вот. Потом она попыталась там что-то писать. Дима закрыл вот так вот просто рукой. Она успела зачеркнуть. Представьтесь, пожалуйста. Я Металева Марина Владимировна, член УИК номер 402, с правом совещательного голоса. Угу.